Всім привітання! Ви на каналі «Про цвіток», а з вами Ольга Дуброва. І сьогодні я вам розкажу, що посіяти в августі. Як ми построїмо нашу бесіду? Примерно так. Що сіяти, на чому основані наші розмишлення, що посіяти і що для цього треба. Хочу відмітити, що август – замечательна пора. Нічуть не хуже, ніж июль місяць, коли теж много чого можна сіяти. Плюси какові? Плюсы таковы, что почва теплая, влаги хватает, площади освободились. У кого-то там фитофтора картошка уже побила, или собрали урожай там лука, чеснока или ранних каких-то овощей. И земля пустовать, в моем понятии, не должна. Надо с ней работать и заполнять каждый клочок земли, чтобы он приносил пользу, либо отдыхал, но с умом. Итак, овощи. Овощные культуры, какие будем сеять. Конечно же, это всякие салаты. Салаты, кроме всего прочего, замечательно удобряют, облагораживают землю. Они снабжают ее, затем мы же не все вырываем, и затем можно это как бы закомпостировать прямо же туда. И земля от этого только выигрывает. И они такие красивые, что какой бы сорт мы ни выбрали, какой бы вид салатов мы ни выбрали, не буду перечислять эту огромнейшую линейку, разноцветие, разнотравья салатов. Все они, во-первых, вкусные, и все они очень скороспелые. Иногда достаточно 20-25 дней для некоторых сортов, чтобы их, они уже были употребимы в пищу. Но иногда потребуется и 40-45 дней. Поэтому, приобретая пакетик, мы читаем. Обычно пишут, что от посева до технической спелости или до созревания там чего-то либо столько-то дней. И вы помните, что в вашей местности, там, где вы проживаете, заморозки первые или такие вот уже холода, которые будут мешать росту и сбору урожая, наступают тогда-то. Вы прикидываете этот период, и таким образом вы можете планировать, что вам сеять. Следующая культура, о которой не стоит забывать, это петрушка. Петрушка в эту пору взойдет гораздо быстрее, чем это происходит с ней в весенний период. Если даже она по каким-то причинам у вас будет маленькая и как бы нечего там будет щипать, не огорчайтесь. Она перезимует, и следующей весной у вас не отпадет необходимость высевать петрушку. Она из-под снега выйдет уже такая вот бодренькая и очень быстро даст прирост, и можно будет употреблять ее в пищу. Укроп – вообще неприхотливая культура, быстрорастущая, много сортов, которые очень долго не идут в зонтик, и этим они очень ценны. К тому же и в этот период они не успеют пойти в зонтики, и мы будем с удовольствием пожинать эту полезную зелень. Кориандр или кинза – замечательная пряно-ароматическая культура, и очень быстро происходит время от посева до всходов, которые можно употреблять в пищу. Все эти зеленые травы пряно-ароматические, если вы их не успели кушать, мы их можем либо вырвать, либо срезать и отправить в заготовку. Заморозить, например, либо перетереть солью. Это кто во что горазд. Шпинат – суперкультура, суперполезная и очень скороспелая. К тому же она морозоустойчивая. То есть вплоть до самых-самых холодов она может продолжать свою вегетацию. И очень быстро у нее все происходит. Это порядка 20-25 дней. Хочу порекомендовать вам еще мангольд. Это листовая свекла. Мангольд, кроме того, что он красивый, бывают различные сорта, бывают смеси с очаровательными нежно-салатовыми стеблями, бордовыми, нежно-розовыми, с прожилочками. Очень вкусно, очень быстро. И можно даже тоже отпустить его в свободное плавание под зиму. Можно чем-то сверху немножко прикрыть, если не успели скушать, и либо он не успел дойти до той стадии, когда уже можно его срезать. И большая вероятность, что он останется у вас на следующий год. И рано по весне вы снова же сможете очень быстро насладиться первой зеленью. Это то, что касается таких овощных растений. Ну, теперь мы переходим
к цветам. Что среди цветов? Цветы, во-первых, их можно разделить на такие категории, когда мы понимаем, что некоторым растениям нужна стратификация. И, как правило, их стараются сеять где-нибудь под зиму, ближе к зиме, до первых заморозков. Но если их посеем в августе месяце, то они взойдут, окрепнут. И так как это многолетние культуры, которым нужна стратификация, они зачастую бывают с зимующим листом, зимне-зеленые, и окрепшие уйдут в зиму, и весной они уже быстро тронутся в рост и порадуют своим цветением в следующем сезоне нас. А есть еще культуры такие, которые быстро очень теряют всхожесть, и их надо высевать непременно свежесобранными семенами, иначе успеха практически не видать, или надо над ними там очень-очень долго сложно подпрыгивать, чтобы они проклюнулись ростки из семян. Например, морозник, некоторые виды примул. Поэтому учитываем эти моменты. Ну и, конечно, то, что касается однолетних растений, это различные васильки, иберис. Некоторые их сеют где-нибудь там в середине июня, с тем, чтобы они уже к зиме были в таком полноценном росте. Особенно то, что касается двулетних растений, как маргаритка или гвоздика бородатая. И тогда на следующий год они уже выходят, такие вот настоящие окрепшие, и начинают цветение свое. Но если их посеять в августе, произойдет примерно такая же история, только цветение наступит, допустим, на неделю-две позже. Но они также уходят хорошо в зиму, успевают сформировать настоящие листочки, и вам остается только по весне либо проредить эти всходы и пересадить их на какое-то постоянное место. Если среди этих вы не услышали чего-нибудь такого новенького хочется, то попробуйте такие растения. Их в самом деле очень много, и не хватит нам часа времени, чтобы перечислять все-все-все. Я просто акцентирую ваше внимание на то, что холодостойкие однолетние растения можно сеять в августе месяце, и они зеленым листом уходят в зиму и просыпаются с таким же зеленым листиком. И вот если вы хотите что-нибудь необычное, то возьмите, поищите растение, которое называется вербаскум. Это растение двухлетнее, но при посеве в августе месяце, в следующем году, оно уже даст цветки очень красивые, очень интересные. И какой бы вид вербаскума вы ни взяли, то каждый вид будет очень интересен. Очень интересен вербаскум гибридный. Это гибрид между несколькими другими видами. И необычайные цветки, такие длинные колосовидные соцветия с очень нежными окрасками. Иногда идет в смеси, что еще больше украсит ваш какой-то уголочек сада. Затем такое интересное растение. Внешне оно слегка похоже на укроп. Пищу его не употребляют. Но зато создает красивую ажурную зелень, хорошо стоит в срезке и использует как наполнение к букетам для того, чтобы создать объем, воздушность и какую-то романтическую такую нотку. И называется это растение, утомило вас, амми большой, амми маюс. При августовском посеве весной дружные, они уже будут в этом году дружные всходы, но весной они уже готовы стартовать и зацветать очень рано, особенно если у вас смешанный цветник, это будет очень вам на руку. То, что касается свободного места, на котором вы, в принципе, уже и не хотите ничего сеять, ни для красоты, ни для еды, поэтому не забывайте про сидераты. Сидераты – это история очень богатая, очень объемная. Мне кажется, что когда-то я на эту тему с вами рассуждала. И сидераты, конечно же, тут не надо агитировать, хорошо оздоравливают почву. Особенно после картошки посеять, горчицу, рапс посеять. Или в смеси горчицу с рапсом. Либо еще добавить туда редьку масленичную. И вот после картошки очень оздоравливается почва, уходит проволочник. Если вы такое проделаете два раза там, либо в сезон, либо в этот сезон и в следующий сезон, то почва ваша будет просто на пятерочку. И можно сажать следующие культуры, не боясь за здоровье их. А затем, конечно же, овес. Овес тоже, почитайте, как он замечательно влияет на структуру почвы.
до конца сезона он еще зайдет и заколосится, потому что культура очень быстро и отзывчива на эти температуры, на минимальную влажность, стойкая даже к понижениям температур. И влияет также опосредованно на различные сорняки в стадии семян. Да, не дает им прорастать. Вот такие там специальные выделения в корнях, которые работают очень классно. Фацелия. Фацелия, я думаю, что еще успеет даже войти в бутоны, потому что очень уже она красива, замечательный медонос. Ну и в следующем году посейте ее где-нибудь пораньше, для того, чтобы вы еще смогли насладиться ее цветением, и пчелки прилетали к вам за нектаром. Хочу еще на заметку обратить ваше внимание на то, что есть много типов садоводов, огородников, но среди них вот есть такой тип, который они просто перфекционисты по отношению к своим грядкам, и не должно быть ничего лишнего. Вот если это малина, то малина, если это щавель, то щавель. Все, никаких там примесей, никаких лишних сорнячков и никаких добавочек и наполняющих сопутствующих культур. А есть такие, которые, все им надо, и все, что выросло, все жалко выдирать. И они бегают потом и думают, что с этим делать. Поэтому хочу еще обратить ваше внимание на то, что для этой и для другой категории, обратите внимание, возможно, у кого-то в огороде растут такие растения, как перетрум, наперстянка, аквилегия. Это те растения, которые дают в течение сезона самосев. Они отцвели уже где-то там в июле месяце, и самосев дает дружнейшие всходы. Так вот, для первой категории, может, вы уже так вот просто и не уничтожайте все подряд, оставьте парочку растений. И в следующем году, либо даже в этом сезоне, посадите их куда-нибудь. Все они достойны внимания, и все обладают определенными свойствами, не только красивые, но еще и всякие другие, там и фитонцидные, и инсектицидные. Вот. Для второго типа рекомендую, не жалейте. Мой тип смешанный, поэтому я могу и так, и так. И для меня тоже иногда бывает проблема, что пусть растет, весной посмотрю, а весной снова жалко. Ну и как бы так вот терзаюсь. Поэтому смело прореживайте. Если это, допустим, перетрум, его можно использовать еще для каких-то опрыскиваний, для всяких там болтушек, настоев и отваров. Если другие растения, прорейте вы все-таки, прорейте и посадите на постоянное место, и так отпадет необходимость для каких-то посевов весной, и снова у вас будут весной развязанные руки, ведь весна пора горячая. Ну и рекомендую вам еще, если там было на заметку, то здесь быть на шаг впереди, поэтому бегите в магазин. К счастью, сейчас у нас на Процветке 2 магазина открылось, работают. Это один по адресу Кирова, а второй по адресу Куйбышева. Ну и заходите, конечно же, в интернет-магазин и приобретайте там семена. Все, что я вам рассказывала, есть. Вот все просто есть из семян, которые я вам рекомендовала. Что касается овощных, то и цветочных культур. И однолетние, и многолетние, и сложные, и простые. И обратите внимание на такую редиску, которая называется сорт Черета. Очень быстрая, наступает быстрая техническая спелость. Огромные просто 6 сантиметров в диаметре корнеплодики. И не стрелкуется. Ее можно сеять весь сезон. Поэтому пока есть, приобретаете. И, пожалуйста, с весны до поздней осени вы можете высевать эту редиску. Либо с таким названием «Мечта Алисы». Ее техническая спелость наступает через 20-25 дней. И что еще тут можно про нее рассказывать, если, смотрите, где-нибудь в середине августа сеете, а в середине сентября вы по-любому скушаете вот эти замечательные овощи. Поэтому сейчас я с вами, раз уже мы тут говорим про посевы, что-нибудь полезное посею. Покажу вам, наверное, вы все это знаете, умеете. Среди этой палитры я вам покажу, как это посеять, и ничего сложного в этом нету. И что у меня тут есть? У меня есть редис «Жара», у которой 21-26 дней, и вот такая красота. Есть у меня
Меня просто зачаровало это название, то, что называется кориандр, но это семена белорусского производства и называется каляндра посевная. Каляндра быстро взойдет. Сразу прямо так вот колбаса вспомнилась мне. Салата листовая, средний-ранний сорт. Ну, поэтому тут 50 дней, но я думаю, что-нибудь да получится. Кстати, вот цибуля-батон, лук-батон, обычно сеют весной. И обычно весной что происходит? Эти мелкие семена и эти мелкие всходы, ниточки, они либо теряются, либо они высыхают. То есть часто с луком-батоном происходит такая история, что ну, не удается никак вырастить. Сорт вообще очень зимостойкий. Ну и вообще зимостойкие сорта лука-батона. Ой, вот так он и просится, чтобы его посеяли. И если мы его посеем сейчас, то всходы образуются. Нам уже легко наблюдать, сорняки не так уже ползут, потому что мы уже эту землю обрабатывали несколько раз. И за сезон пролетели тут, наверное, раз 20 по этим сорнякам. Легко искать эти всходы. Они формируют хорошие стрелочки, которые, ниточки, которые уходят в зиму. И потом по весне уже можно начинать употреблять зелень. Ну, шпинат. Шпинат, да, 30-40 дней. Матадор. Мне нравится этот сорт. И в любом виде. В свежем, маринованном, каком хотите, запеченном. Ну, вот еще я приготовила кресс-салата. Кресс-салат звычайный, обыкновенный, то бишь, 20 дней. И вот эта вот миниатюрная зелень и кресс-салат в эту пору тоже веселее идет, потому что уже не так жарко, а ему хочется, чтобы было немножко так попрохладней. Короче, поработаем сейчас. Ну что, приступим. Земля уже была перекопана, здесь кое-что росло, хорошее росло, горох рос. Ну, поэтому взъерошим, достаточно взъерошить вилами. Нечего лопатой переворачивать бесконечно эту землю и перемешивать эти бактерии и всякие микроорганизмы. Вот так разобьем комья. Если есть какие-то камни там или другие растительные остатки, конечно же, лучше выбрать, чтобы семенам легче было прорастать. Прогребем еще грабельками. Я люблю, чтобы было ровненько, чтобы была мелкая комковатость почвы. Тогда и семенам там, кажется, очень приятно лежать в такой пушистой земле. Прошли дождики, земля влажная. Ну, можно, конечно, полить в канавку. Ну, посеем редисочку. Через 20 дней, я надеюсь, соберу урожай. Делаем канавку, как обычно все происходит. И достаточно сантиметров примерно двух. Так, эту мелочь убираю, эта дождь пройдет, и все это заколотится. Влаги тут хватает, и если что, можно потом сверху пролить всю поверхность. Сеем. Реденько, нечего загущать, потому что, чтобы было место для развития корнеплодиков. Это будет редисочка. Хочется вот рядышком скорее опустить шпинат. Отступаем сантиметров 15-20, чтобы было куда развиваться растениям. И поехали. Все. Мелкие семена сеем чуть повыше. Если здесь 2 сантиметра, то мелкие семена... Ну, если это уловите, сантиметр полтора. Присыпаем наши рядочки. Хорошо бы обозначить рядочки, пока они не взойдут. Этикеточкой с названием сорта, датой посева. Ну, чтобы для себя потом понять, стоит мне заниматься августовским посевом или не стоит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Не забывайте заходить в магазины и приобретать различные полезные сопутствующие товары. До новых встреч!